Межшкольный эстетический центр проводит двухдневный мастер-класс совместно с Московской творческой лабораторией «Гош Проджект», в котором примут участие виолончелист-виртуоз Георгий Гусев и доктор искусствоведения психологических наук Диана Кирнарская, которая выступит с лекциями для юных музыкантов и их педагогов. Лекций у нас несколько на этом мероприятии. Одна из них о том, какой путь выбрать в жизни. То есть какие вообще есть профессии на свете? Не исходя из самих профессий, а исходя из таланта. Какие таланты, как их распознать, что это означает для каждого человека. Второе направление – это психология преподавания искусства. Еще одна тема – это сценическое волнение. То есть это разговор о том, как держать себя в руках в нужный момент. Музыкант Георгий Гусев проводит практические занятия с юными виолончелистами и на примерах произведений, которые они разучивают, обучает их тонкостям музыкального искусства. Ученикам МЭЦ выпала редкая возможность получить практические советы от профессионала с наивысшим уровнем квалификации. Программа достаточно простая, но в то же время не академична. Хотя у нас и проходят мастер-классы просто по виолончели с учениками Екатерины Боровской, преподавателем МЭЦ. Но я бы хотел больше сконцентрировать внимание детишек на сценической психологии, как молодой музыкант, который готовит себя все-таки к сцене, все равно понимал, что такое быть музыкантом в общем смысле. Георгий Гусев выразил желание сотрудничать с МЭЦ и в дальнейшем. Межшкольный эстетический центр является крупнейшим культурно-досуговым центром для детей и подростков в Краснодаре, который развивает сотрудничество с самыми выдающимися людьми страны.